Измерение и контроль pH различных растворов и жидкостей важны не только в научных исследованиях и для соблюдения технологических параметров промышленности, но и в быту. Мы вас хотим познакомить с компактным цифровым pH-метром модели 8682 фирмы AZ. Прибор имеет широкий диапазон применения от бытового до лабораторного и промышленного. Тест питьевой воды в аквариумах, искусственных водоемах, сточных водах и так далее. Основные технические параметры прибора приведены в таблице. Этот прибор позволяет измерять одновременно pH раствора и его температуру. Для выбора режимов работы и управления прибором используются кнопки Hold, Power и калибровка. При включении прибора, кнопка Power, на цифровом дисплее загораются все индикаторы. На верхнем дисплее отображается значение pH, на нижнем – значение температуры. Температура может отображаться как в шкале Цельсия, так и Фаренгейта. Чтобы выбрать нужную температурную шкалу, нажмите при выключенном приборе одновременно кнопки Power и калибровка, а затем с помощью кнопки Hold выберите нужную шкалу и подтвердите свой выбор нажатием кнопки калибровка. Для снижения влияния температуры на результаты измерений в данном приборе применяется автоматическая температурная компенсация, на что указывает аббревиатура ATC в левом нижнем углу дисплея. Методика измерения pH этим прибором проста. Необходимо снять наружный колпачок с нижней части pH-метра, затем внутренний колпачок и губку с измерительного электрода. Для проведения измерения опустите прибор в исследуемый раствор и при постоянном помешивании дождитесь появления устойчивых показаний. Во время процесса измерения десятичная точка на дисплее будет мигать. Для сохранения на дисплее результата измерений нажмите кнопку Hold. Десятичная точка перестанет мигать. Повторное нажатие кнопки Hold вернет прибор в режим измерения. Непременным условием качественного измерения является соблюдение следующих правил. Перед проведением измерений рекомендуется опустить электрод на 30 минут в воду. Это особенно необходимо, если прибор не использовался в течение длительного времени. Перед каждым измерением необходимо ополоснуть измерительный электрод в дистиллированной воде и осторожно промокнуть фильтровательную бумагу. Для точности измерений pH необходимо регулярно проводить калибровку прибора. Для этого используют буферные растворы с pH равными 4, 7 и 10. Сначала прибор калибруют с помощью раствора с pH равным 7. Поместим прибор в буферный раствор, перейдем в режим калибровки и нажатием кнопки «Калибровка» на дисплее отобразятся последовательно аббревиатура CEL, значение pH, в данном случае 7, и аббревиатура SA. Прибор автоматически сохраняет данное значение pH. Точно так же калибруем прибор на pH, равный 4 и 10. При калибровке допустимо использовать буферные растворы с pH, отличающимися от стандартных, на пол единицы в ту или иную сторону. В нашем распоряжении имеется буферный раствор с pH, равным 4,1. Опускаем электрод в раствор, нажатием кнопки «Калибровка» переходим в режим калибровки и с помощью кнопки Hold выставляем необходимое значение 4,1. Прибор запоминает это значение. Наконец, этим откалиброванным прибором мы измеряем pH тестируемого раствора и констатируем, что данный раствор имеет pH, равный 4,58, и температуру 26,7 градусов Цельсия. Закончив работу с pH-метром, промойте электрод дистиллированной водой, вставьте губку и закройте колпачки. Прибор следует хранить при температуре от 0 до 50 градусов Цельсия. Точных вам измерений!